Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal, модель C6X-D04 на цоколь H7. Данная лампа предназначена для автомобилей Mercedes C300, C350, ML350, CLK и также Ford Kuga. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри находится небольшая инструкция. Два модельных переходника на вышеупомянутые модели автомобилей. И также две светодиодные лампы. Лампа мощностью 25 Вт, как заявляет производитель, полностью металлические. Имеют по 2 светодиода на каждой лампе. И также есть две системы охлаждения. Активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Подключаются лампы на питание 12 Вольт с помощью стандартного разъема для подключения питания. Как мы видим, на проводе подключения нет никаких дополнительных драйверов. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается. Отсвечивает неплохой яркостью. Цветовая температура заявлена 6000 Кельвин. Чисто белый световой поток. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 2800 люмен. После установки таких ламп в автомобиль нужно обязательно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.